Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег, и сегодня мы с вами поговорим про новенький арбалет Beer Hunter Haraon. Я думаю, многие уже догадались, откуда тут растут ноги, но об этом поговорим попозже. А пока давайте поговорим про ТТХ. Вес данного арбалета 2 кг. Размер со сложенным прикладом 68 см, с разложенным 74. Размах от края блока до края блока 30 см. Это компактный арбалет среднего размера. Мне кажется, у него нет аналогов вот в этой категории, потому что либо арбалеты большие и тяжелые, либо арбалеты там совсем арбалетики-пистолетики. Это прям вот что-то среднее, золотая середина. И золотая середина, все. Что важно, поскольку арбалет маленький, у него есть выдвижной приклад, что спасает ситуацию, потому что из него стрелять, в принципе, комфортно. Опять же, если вы там 2 метра ростом, то вам, может быть, будет и неудобно, но мне с моими 170 вот прям в самый раз. Цевьё также находится где надо. Хотя, я все равно сделаю планку вивер так же, как делал на мамбу, для того, чтобы можно было поставить туда, во-первых, цевьё подвигать, потому что, может, это для меня просто так удобно, на заводе все сделали. Ну и плюс можно будет поставить сошки там и всякую ерунду навесить. Также в этот арбалет уже встроен натяжитель, который, во-первых, скидывает силу натяжения примерно в 2 раза, во-вторых, сам автоматически убирается в арбалет. Это супер удобно. Я думаю, если вы ездили на стрельбы с обычным арбалетом или хотя бы видели, как это выглядит, обычно арбалетчики выглядят как гости на Гавайях, знаете, вот с этими ожерельями на них цепляют. Вот арбалетчики также, только увешаны натяжителями. Тут, конечно, с этим все удобнее. Чпоньк и готово. Поэтому это, конечно, большой плюс. Арбалет сделан из металла, за исключением нескольких пластиковых запчастей. В целом, все супер надежно. Ну и давайте теперь постреляем. Ну что ж, надо же и пострелять, и попробуем замерить скорость. Я, правда, не уверен, что мой хронограф, он очень капризный, и ему, может быть, сейчас мало света. Но в любом случае, пострелять надо, и я хочу поделиться с вами впечатлениями от стрельбы. Двести шестьдесят шесть. Ну, короче, да, похоже на правду. Эта стрельба сейчас будет скорее ради ощущений, чтобы я вам мог просто рассказать, как этот арбалет чувствуется. Хотя я вам покажу, куда я сейчас попаду. Но я сейчас даже прицел пристреливать не буду и все дела. Поэтому, если вы хотите отстрел на точность, полноценный в нормальных условиях, а не в этот снегопад, то, во-первых, подписываемся на канал, а во-вторых, пишем в комментариях, что хотим обзор, и тогда все сделаем. А сейчас давайте стрелять. Ну, по ощущениям, на самом деле, похоже на стрельбу из страйкбольного пистолета. Потому что у него почти нет отдачи, это просто такой тик-тик-тик-тик-тик. На самом деле, я очень хочу пострелять из этого арбалета с усиленными плечами, потому что тут большие планки, и я надеюсь, ну, по идее, насколько я знаю, должны скоро выйти плечи на 150, по-моему, фунтов. Короче, прям вот такие хорошенькие-хорошенькие. И вот это, конечно, будет прям вообще бомба. Ну а сейчас этот арбалет просто отличный вариант для развлечения, потому что его легко взводить, потому что у него очень плавный спуск и потому что у него вообще нет отдачи. То есть прям маленький самый ребенок сможет с него стрелять. Ну, конечно, вопрос, насколько там надо, можно позволять ребенку стрелять из арбалета другой, потому что штука все-таки, ну, небезопасная, все-таки дури в ней достаточно. На самом деле, мне кажется, что если вы взрослый состоявшийся мужик уже, у которого есть семья, там, дети, скажем, в районе 15 там, лет, вот это будет отличный вариант покупки развлечения для всей семьи, потому что и вы сможете пострелять, и также габариты этого арбалета позволят пострелять и детям. То есть это отличный вариант. А теперь давайте посмотрим, что я там настрелял. Ну вот, на это не смотрите, потому что это была пристрелочная, а вот эта группа, которая получилась. А теперь пойдемте в тепло. Да, прикольный арбалет. Но все-таки, что же я имел в виду, когда говорил про ноги? Итак, самые проницательные, я думаю, уже догадались. Речь, конечно же, идет про то, что этот арбалет похож на арбалет Mamba от этой же фирмы. Но на самом деле сходств не так уж и много. Насколько я понял, вот прям то, что взаимозаменяемо, это только блоки.
Все остальное совершенно другое. Ну, не совершенно, окей, ладно. Все остальное просто другое. Замок больше, плечи больше, сам корпус больше. То есть это, в принципе, все они взяли и увеличили. Что, конечно, немножечко странно, но те, кто знаком с арбалетом Mamba или, может быть, смотрели мои обзоры, если не смотрели, то всплывающая ссылочка тут где-то сейчас сверху, посмотрите обязательно. Это, в принципе, те же техпроцессы, те же технологии, то же качество. Мне кажется, нет смысла сравнивать этот арбалет с Mamba, потому что это, в принципе, разные категории. Но я это к тому, что если вдруг вы знакомы с тем арбалетом, то, в принципе, вы лучше сможете представить, что этот арбалет из себя представляет. Я надеюсь, это видео для вас было интересным и полезным, так что ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал обязательно и пишите комментарии. Я их читаю, если что-то интересное, если что-то у меня откликнется, я обязательно сниму про это видео, потому что, ну, я сам любитель поразвлекаться, только пишите что-нибудь адекватное, не надо там под видео про арбалет, про развлечения писать, проверь там его на 50 метров по биоцели. Это не ко мне, ребят. Я не против поразвлекаться, так что если есть идеи что-нибудь повзрывать, что-нибудь там пробить, я не знаю. Вот, короче, вот испытать, если придумаете, как можно красивенько уничтожить арбалет какой-нибудь, я постараюсь выпросить арбалет для того, чтобы его расхерачить. Я, короче, за любой кипиш, но в разумных пределах. И чтобы был какой-то смысл. Поэтому до встречи и всем пока.